Всем привет! Я Маша Лил Пи, и вы на моем YouTube-канале. Несколько дней назад Dolce Milk устраивали сходку в магазине L'Etoile. Я там выступала, и ребята, подписчики, которые приходили, подарили мне столько подарков. Ребята, я просто в шоке, это очень много. Увидите, целых 3 пакета. Они прям неподъемные, очень тяжелые, тут очень много подарков. И вот столько рисунков, вы просто видите, как их много. И вы очень просили меня снять на них распаковку, поэтому я целых 3 дня, вот уже с момента сходки прошло 3 дня, я все эти дни держалась, даже не подглядывала, чтобы дождаться момента, когда я смогу снять это на камеру и распаковать вместе с вами. Давайте начнем с рисуночков. Я тут уже вижу, что Хамчакус в образе Леди Баг. Вот такой вот классный, тут еще Санс. Что заговорит? И Джекс говорит, я загорел. А, типа он темненький такой. Маша от Мирослава. Мирослава, спасибо тебе большое за такой классный рисуночек. Так, дальше тут идет, о, вот такой вот рисуночек. Я и Хамчакус, очень прикольно. От огромного фанатки Нелли. Спасибо большое, Нелли, за такой классный рисуночек. Вау! А вот это, ребята, посмотрите, тут так классно проработаны тени на рубашечке. Смотрите, такой прикольный стилизованный рисуночек. Испанцы! Испанцы! Ребята, офигеть! Испанцы! Ой, ребята, смотрите, какая милота. Тут я вот такая вот с Хамчакусом. Это, видимо, с моей аватарки тут нарисовали. Вот так вот прикольно. Еще вот такой Хамчакус. И вот такой рисуночек я тоже такой вот рисовала. Спасибо большое, Уля. Она еще оставила свои отпечатки пальцев. Спасибо. Ведь быть Леди Баг не для меня. Хамчакус в суперском таком платье. И я тут еще в каком-то платье. Лос Пингвинус in the Madagascar. Ребята, тут написано, что девочка приехала в Питер в 6:20. И до конца не знала, получится ли у нее приехать, видимо, на сход. Ведь у ее сестры были соревнования, но когда она узнала, что получится, она сразу села рисовать. Обалдеть, ребята! Я просто в шоке. То есть девочка еще, она так переживала, сможет ли она приехать на сходку, так еще и успела рисунок нарисовать. Ребята, это очень круто. Спасибо тебе большое. Жаль, что ты не написала свое имя, но спасибо тебе огромное за такой прикольный рисунок. Тут еще и куча мемов, это очень классно. Маша Лилпи, это тут такой вот Хамчакус, очень миленький. Спасибо большое, Варя. О, Хамчакус в сети, у нее еще в глазу я, смотрите. Тут я и написано Lil P в глазу. Маша, Lil P, я тебя люблю. Продолжай творить и радовать нас. Спасибо огромное. От Вики. Вика, спасибо. О май гад, ребята, Маша, Lil P. Королева написано. Спасибо большое, Уля. Я, кстати, даже знаю, с какого видео вот этот вот образ нарисовали. Я там делала макияж в стиле Нюши. О, ребята, а это плакат. Смотрите, Маша, Lil P написано. Тут еще поцелуйчики, сердечки. Давай запишем историю лета. Машенька, ты очень красивая, люблю тебя, солнышко. Спасибо большое. Не спеть ли мне песню о любви? Они думают... Ли, знаешь, эту песню? Нет. Жанр попсовый мотив. Не знаешь эту песню? Нет, реально, я, кстати, не знаю. Обалдеть, ну круто. Вот смотрите, мама знает такую песню. Спасибо большое за такой плакат. А это я помню, ребята, мне подарил мальчик, очень маленький, вот такой вот классный рисуночек. Спасибо большое. Вот написано, что от Артема. Артем, спасибо тебе большое за такую милоту. Тут вот такой вот Хамчакус. Написано, это тебе, Маша. Давайте откроем. Так, вау, еще один вот такой вот рисуночек. Тут я с Хамчакусом. Маша Лилпи против Хамчакуса. А почему против Хамчакуса? Типа батл у нас какой-то. Ну, прикольно, спасибо. Маша, передай Хамчакусу очень красивые костюмы. О, у Хамчакуса очень... А, на Хэллоуин были. У Хамчакуса красивые костюмы на Хэллоуин были. Знаю, опоздала. Почему опоздала? Ну, на самом деле, Хэллоуин. Хамчакусу всегда приятно получить то, что у него классные костюмы были. Ну, спасибо тебе большое. Видишь, Хамчакус прям вот довольно обалдеть. Тут прям письмо реально Хамчакусу. Я в шоке. Еще вот такой вот классный рисуночек Хамчакуса. Опять мои рубашечки с галстуком. Маша Лил Пи топ. Хамчакус украл галстук Маши. Это вообще, кстати, галстук моего брата. Я его у него украла. И теперь часто в нем хожу. Я сделала этот галстук своей собственности, хотя это галстук моего брата. Ну так вот, да. Спасибо большое, Азазик Пам. Вау, ребят, тут вот такой вот рисуночек. Тут много всякого связанного со мной. Я, во-первых, с Хамчакусом. Моя золотая кнопка. Поппи Плейтайм, Мами Лонглекс, такая милашечка. Венсдей Бук, обалдеть. Плюс Вайб, Леди Баг. Это, видимо, пуговица, вот, которую я постоянно рисую, типа от Хамчакуса. Песня «История лета». Вау, лайки. И, кстати, тут еще написано количество моих подписчиков. И еще гитара моя. Вау, спасибо большое.
это очень классно. И сзади еще написано: Машуля, я тебя обожаю, ты лучше от Арины. Арина, спасибо тебе большое за такой рисунок. Вау, ребята, смотрите, какой классный рисунок. Тут еще прицеплены вот такие вот прищепочки, очень классные, с хомячками, это очень мило, спасибо большое. Это одна из моих самых любимых фотографий, мне очень приятно, когда ее рисуют, вообще спасибо большое. Так, тут написано Маше. Так, Маша, ты лучший блогер, я люблю смотреть твои видео, мои ди в лайке. Так, я старалась это сделать. Мария Некс, спасибо тебе большое. Так, открываем. Я очень люблю смотреть видео про буки. Вау, спасибо большое. Тоже вот такой вот рисуночек хамчакуса. Хамчакус сети. Вообще, он такой прям пушистенький. Знаете, нарисовали прям такого фактурного хамчакуса. И сзади еще вот так вот. Прикольненько. Вау, а тут вот такой вот очень классный рисунок. Я бы даже сказала плакат. Я помню, как мне его подарили. И тут еще много всяких разных штучек. Я даже заметила мемчики. Тут вот этот вот пуплюш, который сейчас очень популярен, моден. Обложка моей песни «История нашего лета» Rock Edition очень круто нарисована. Тут еще «История лета» у меня вот на носочках написано. Смотрите, какие кеды с хамчакусом. Я просто в шоке. Моя футболочка вот эта легендарная. Плюс вайб, хамчакус, Маша Лил Пи. Вообще, спасибо огромное. Это очень крутой рисунок. О, а вот этот вот плакат, это первое, что я видела на сходке, когда я вышла на сцену. Я, кстати, на самом деле, ребята, была просто в шоке, когда я вышла. Там было так много плакатов, посвященных мне, это просто так приятно было. У меня прям слезы на глаза наворачивались, как я была растрогана этим. Спасибо огромное всем, кто пришел и вот это нарисовал плакаты. Я просто... У меня нет слов, я очень радостная выходила вот тогда на сцену, у меня прям поток эмоций такой был, счастливый. Хамчакус, вот этот вот плакат очень классный, узнаваемый прям издалека был, очень ярко нарисован, вот написано Маша Lil P, I love you, спасибо большое. Классный пластырь, тут хамчакус, он прям такой яркий-яркий, инди-кит стиль. Не подписано от кого, но спасибо огромное. О, вот этот плакат я тоже помню, я помню, что мне его подарила девочка, она была в черной панаме. Не знаю, как зовут, но спасибо большое, я тебе Маша Lil P топ. Тут какой-то котик. Вроде сходка где-то, говорит котик, хз. Нет, хамчакус говорит хз, и котик говорит, вроде сходка где-то, хз. И Санд просто такой и Маша Lil P топ, спасибо большое за такой классный плакат. Я уже вижу Кэтнапа. Ребята, легенда. Ну, все, это сразу легенда. Я с хамчакусом, хамчакус написано, я топ. На футболочке Маша Lil P, I love you. И тут еще куча поцелуй. Спасибо большое, это очень круто. Маша, ты лучшая, спасибо большое. Еще вот так вот классно хамчакусик нарисован, спасибо. Хамчакусь. Блин, прикольно, кстати, хамчакусь придумали. Кусь. И хамчакус держит пластинку «История нашего лета». Растишку он еще держит. Блин, вообще классно, спасибо. Вау, тут куча наклеечек с Мелоди и Куроми. Еще вот такой вот хамчакус показывает сердечко. Маша лучшая, «История нашего лета». Вау, очень мило, спасибо. Итак, теперь первый пакетик достаем. Кстати, ребята, если что-то перепуталось и чьи-то подарочки окажутся, например, в чужом пакетике, то, ребят, пожалуйста, не обижайтесь, не переживайте. Те, кто был на сходке, сами видели, как там было все сумбурно, с кучей людей, куча подарков, что-то могло перепутаться, но мы очень старались, чтобы все довелось до целости и сохранности и ничего не потерялось. Так что, если что-то перепутается, то не расстраивайтесь. Пишите, если что, в комментариях. Так, первое, что я вижу, это уже вот такой шарик с сердечком. Я помню, как мне его тоже подарили. Вот такой вот прикольный, классный. Можно, кстати, для каких-нибудь образов использовать, для каких-то косплеев. Вообще люблю такие шарики маленькие. Спасибо. Так, тут еще уже вижу какие-то коробочки. Ребят, смотрите, какая коробка. Маша Lil P написано. Тут еще какие-то новогодние наклеечки с котиками. Итак, открываем. И что тут? Вау, ребята! У меня же лапки хамчакус. Смотрите, какой классный стикер. Вау, мне очень нравится. Это значочек с вот таким вот зайчиком. Обалдеть, я впервые вижу такой плюшевый значочек. Это прям очень прикольно. Спасибо огромное. Вот еще сникерс. И еще один сникерс. Вау, я люблю, когда мне дарят вкусняшки. Спасибо. Маша Lil P. Вот такая вот я прикольная. Спасибо. Еще вот такой вот значочек. Вот с таким цыпленком. Это же мем, который цыпленок с ножом. Такой прикольный. И еще вот такая наклеечка с какой-то аниме-девочкой. С прошедшим 14 февраля. Спасибо. Вот такие вот наклеечки. Еще с кем-то аниме. Еще вот такой вот котик. И вот такой вот котик с арбузиком. Спасибо большое. О, еще тут вот такая вот, видимо, самодельная наклеечка. Или просто штучка вот такая вот в виде, как я понимаю, слоника. О, это еще не все, ребята. Еще вот такое вот колечко из бисера. Это подарочек от Дианы. Спасибо большое тебе, Диана, за такой классный подарок. И тут еще одна коробка. Ребята, вот подписано Маша Lil P. Давайте скорее распакуем. Как-нибудь можно распаковать, чтобы это не порвать.
Ого, какая интересная коробочка. Ого, тут столько всего всякого интересного. Тут еще червячки вот эти вот. Так, тут, во-первых, масочка для лица вот такая вот прикольная. Свечечка ароматическая, да? Она какой-то карамелькой пахнет. Я просто обожаю ароматические свечки. Я жгу их просто каждый день. Моя семья уже меня ругается, что у меня в комнате воняет ароматические свечки, но я просто их обожаю. Вот я не могу сконцентрироваться ни на чем без ароматических свечек. Это прям очень круто. Спасибо большое. Еще вот такая вот таблеточка, как я понимаю, ее надо размочить, и там какой-то зверь, либо какой-то зверь вылезет какой-то, да, либо какая-то салфеточка, либо какой-то, знаете, даже в таблетках платья какие-то бывают. Давайте я это открою и спробую в телеграм-канале Хамчакусати. Кстати, подписывайтесь, там много всего интересного. Так, еще тут написано: Маш, Лил Пи, ты топ, лучшая, Хамчаку, стоп, обожаю тебя. Спасибо большое, Ксю. Дальше тут вот такой вот пакетик. Вот такой, кстати, очень красивенький, с цветочечками. Так, и что тут? Уже вижу Хамчакусай. Я тебя люблю. О, кстати, смотрите в другую сторону, как манга открывается. И тут вот такой вот браслетик, или это ожерелье, чокер из резиночек. Очень круто, спасибо. Моего любимого цвета. Так, и еще тут вот такая вот наклеечка симпатичная. И вот такой вот брелочек со скорпионом. Ребята, я в шоке. Так, еще вот такая вот шкатулочка, похожая на... А, ну это, наверное, елочная игрушечка. Вот такая вот прикольная, кстати, классно выглядит. Давайте откроем, мне интересно, что там. Вау, смотрите, тут Твикс и Сникерс. И еще тут, видимо, вот такие вот наклеечки. Спасибо большое. Они вот так вот специально закреплены вот такой вот скрепочкой, чтобы ничего не вывалилось. Спасибо большое. Так, еще вот такие вот конфетки. Чупа-чупсы. Спасибо большое. Это браслет со Сничем из Гарри Поттера. Вот такой вот классный браслет, ребята. Это очень клево выглядит. Спасибо большое, Мария Плешко. Стоять, ковбой! Арабкит на кафнанку! Я обожаю мемные подарки, ребята. А, тут, кстати, не наггетс, это даже куриная ножка, ковбой и кактус ковбой. Я просто в шоке. Давайте откроем. Хочу очень как-нибудь открыть это, чтобы не порвать, потому что мне нравится этот эрапакет на капнангоу. Давайте разрежем ножницы. Ого, тут всякие фигурочки из легкого пластилина. Ковбой, постой, шляпу потерял. Эрапакет на капнангоу. А тут что-то внутри есть или это просто склеено? Настоящий ковбой проверяет все. Да, тут есть что-то внутри, я же говорю, настоящий ковбой проверяет все. Меня в это посвятили в ковбои. Эрапакет на капнангоу, аппи-вэри оф нангоу. И еще стоять, ковбой, давайте открывать. Я уже чувствую, что там что-то внутри есть, 100%. Сквиша, арбуз, эрапакет на капнангоу, аппи-вэри. Это лучший подарок, ребят. Тут еще вот такие вот фигурочки из легкого пластилина. Золушка и котопес. Яичница вот такая вот. И еще добавочки для слайма вот такие прикольные. Спасибо большое за такой ковбойный подарок. Эрапакет на капнангоу, аппи-вэри оф нангоу. Ай, ребят, там все вывалилось, сейчас я соберу обратно, надеюсь, что я правильно соберу. Тут куча конфет, ребят, я все вижу. Посмотрите, просто всякие разные. О май гад, это что? Это та самая, что ли? Если это та самая конфета, которую я ищу уже несколько лет, то я буду в шоке, потому что я очень люблю эти конфеты. Баунти еще. Марсианка, которую папа любит. Сквиш, или это просто игрушечка, вот такая вот рыбка. Спасибо большое. Тут еще была вот такая вот конфета. Может быть, это тоже из этого подарка. И еще вот такая вот масочка. Витамин Mask. Yummy. Blueberry. Черничная маска. О май гад, ребят. Знаете, в лес за черникой, когда летом в деревню. Вот мне бабушка отправляет за черникой в лес. Вот очень классно утречком перед поездкой в лес сделать черничную масочку. Класс. Так, и о май гад, ребята, два скетчбука. Это очень классно, когда вы дарите скетчбуки, потому что очень люблю рисовать и особенно буки делать. Спасибо большое. Вот такой вот скетчбук с аниме-девочками. Он еще и вот так закрывается. Вау, удобненько. И еще вот такой вот скетчбук. Маше от Эвы. Надеюсь, ты будешь рисовать в скетчбуке. Я увижу его в видео, где ты рисуешь, пожалуйста. Спасибо большое. Да, обязательно буду рисовать. Спасибо тебе огромное, Эва, за такой скетчбук. Вау, ребят, видимо, выпало из какого-то подарка, но я нашла еще на дне пакета вот такую вот красивую бусину. Спасибо большое. Теперь давайте откроем. Ой, вот этот пакет очень тяжелый. Так, ой, ребят, он прям до краев забит подарками. Давайте вот эту вот коробочку. Сначала все коробочки открываем. От Веры Маши.
Маша Лупи, спасибо большое. Вера, тут еще вот такая вот Куроми на коробочке. Давайте посмотрим, что внутри. Вау, я уже вижу кучу рисунков, ребята. Хей, бон-бон, тут бон-бон нарисован, вау. Написано, если что, можно достать картинку и поменять, но нет, мне очень нравится этот бон-бон, тем более это один из моих самых любимых аниматроников. Спасибо большое, это очень классный значок, я обязательно буду носить. Еще вот такая вот шоколадка Милка, спасибо большое, она еще и с карамелью, вау. И еще вот такое вот классное колечко из бисера с такой классной бусиной, вау. Спасибо, и вот такой классный рисунок, ребята, я в костюме картошки фри. Это явно олд моего канала. Фантайм Фредди и Бон-Бон, yeah! Мои любимые. Тут мами Лонг Легс, ноги, руки ее. И еще вот такая вот тут мамка с Поппи. Я уже, ой, боже, я все путаю, вспомни. И хамчакус, который убирается, который из моего переходика в видео, где я убираюсь. Вау, спасибо огромное, это очень круто. Лучшая блогерша, очень давно хотела тебя увидеть, смотрю очень давно, восхищаюсь твоей красотой и умениями, мечта сбылась. Красотка, обожаю, люблю. Спасибо большое, это очень классный подарок, мне очень приятно. Вообще, рисунок такой классный. Вообще, кайф. Так, дальше, ого, вот такой вот пакет Маша Лилпи написано. Так, давайте откроем аккуратненько. Тут, наверное, очень много подарочков, которые, да, в разных пакетиках, и тут написаны всякие послания. Обалдеть, ребята. Ты лучшая, чтоб жизнь малиной казалась. Тут не чтоб жизнь малиной не казалась, а наоборот, чтоб жизнь малиной казалась. Давайте посмотрим, что тут. Good Mix, вот такая вот шоколадка. Обалдеть, спасибо большое. Лю тебя, спасибо. Ой, я вижу стикер с анонимусами. Вот такие, вот такой с цветочком. Вот такая вот, это нашивка с анонимусом, причем он с прической Рика из Рик и Морти. Вот такие вот еще наклеечки. Вот такая вот наклеечка с котиком. И еще вот такая вот наклеечка с цветочком. Спасибо большое. Ой, вот такие вот с жемчужинкой. Еще вот такие вот. И еще вот такой вот. Так, аксессуарчики. Откроем, давайте. Вау, ребята, вот такая заколка с ананасами. Ого, это очень круто. Зажигай ее каждый вечер. Тут, наверное, тоже свечка, я думаю. Это, наверное, самодельная. Очень круто, спасибо большое. Вот такая вот прикольная свечечка. Для отдыха. Да, все равно, мне кажется, тут масочка, наверное, для сна. А, мне почему-то я нащупала, что масочка как будто бы для сна. Так, тут, ой, тут вот такие вот. Просто они вот так вот лежали, я подумала, что масочка реально похожа. А, это сквиши. Вот такой вот хамчакус сети. А, это аватарочки, типа мы в сети. Класс! Спасибо. Очень прикольные сквишики. Это не все, совсем не все. Смотрим, что там еще. Ого, еще шоколадочки, ребята. Там с другой стороны хамчакус был нарисован. Ай, вау, какая красота, да. Спасибо. Нац, Good Mix и еще хрустка. Спасибо. Фигово, но я старалась, да почему фигово? Очень хорошо, очень красиво. Я тут и вот такая вот, и хамчакус говорит, помогите. Вот такого настроения. Спасибо. Слеплено с душой. Давайте откроем аккуратненько. Ой, вау, ребята, так осторожно надо достать. Вот такой вот хамчокус миленький. Вот такое вот сердечко, спасибо большое. И, ребята, самое интересное, Маша Лил Пи Бук. Хамчокус с лицом из Роблокса. Очень прикольненько. Вот такая вот я, прикольненькая. Вот это мне, видимо, губы можно приклеить. А, вон там ресницы. А, там еще ресницы. Прикольно, ну, видимо, можно приклеить, да. Собери сердце. Тут вот такой вот конвертик, в котором частички сердца. Можно сердечко собрать. Маша стала Сансом. Вот развесели, видимо, ее. И тут улыбочку мне можно прикрепить. Прикольно. Прикольная идея, кстати. Угу. Тут я вот такая вот. И, видимо, можно меня достать и просто наиграть. Еще хамчакус вот такой вот. Очень классный бук, спасибо большое. Happy Wedding of Night Go. Ого, ребята, это что? Это, видимо, чей-то Roblox. Я вот сразу узнала это меню оформления Adopt Me, Башня Ада. 3008, кстати, моя любимая игра в Roblox. Загадочное убийство 2. Murder Mystery, наверное. Лого Квайт, паук. Человек-паук, да? Спайдермен. Классно. Тут, наверное, я не знаю, что там внутри, я боюсь это резать. Но давайте разрежем. Да, что там внутри. Ого, это это... Обалдеть, как круто нарисовано. Смотрите, это Adopt Me. Я сразу узнала вот эту вот, где пэтов можно покупать. Прикольно. И тут еще трейд Adopt Me. Тут пэтсы в таком конвертике. Давайте достанем и посмотрим. Вау! Ого, вот это у меня крутые пэты, ребята. Shadow и корова вот такая вот. Я надеюсь, кстати, я правильно Shadow назвала, потому что я не помню, как он называется. И еще вот такая вот лягушка. Еще вот такая вот куала, райд зелье. Можно трейдиться, играть, очень классно. Еще вот такой вот пакет, Тока-Бока. Может быть, кстати, да, это того же человека, который сделал Roblox. А может, кстати, нет того же человека. Смотрите, Тока-Бока тело, подарок. Все вещи Тока-Бока, это, видимо, как бы, чтобы играть. Вот так вот, тут человечек. Давайте посмотрим. Вау, ребята, смотрите, вот такой вот. На Такимакору похоже, кстати. И опа, ой, тут одежда обычная. А, это сюрприз.
Вальс был этот, как лол кукла. Ого, смотрите, необычная попалась. Одежда, только лицо и только волосы. И еще... А, это все, да? А, только вещи, еще что-то, наверное, не достала. Нет, все это. Так, давайте только лицо сначала распакуем. Боюсь много отрезать, чтобы не порезать само лицо. Поэтому сложно достать. И тут вот такое вот лицо миленькое, ребята, смотрите. Давайте его скорее прикрепим на нашу Дакимакуру только бока. Аккуратненько вот так вот приклеиваем. Ну, красота. Теперь давайте одежду. Вот такой вот красивый топик и джинсы. И вот такой вот прикольный образ получился. Спасибо большое. Но тут еще был конверт с надписью «Подарок». Давайте его распакуем. Аккуратненько, чтобы ничего не разрезать. И тут, вау, столько всего. О, какой-то такой ваки слайм, интересно. Вот такой вот наклеечка с Куроми, очень прикольная. Вот такой вот Микки Маус из легкого пластилина. Еще вот такая вот карточка с Блэкпинка. Причем, кстати, Паба Мобайл, интересно. Кто слушает Блэкпинк, пишите в комментариях. Вот такой вот скрипыш с джином. Обалдеть, ребята, это прям олд легенда. И вот такая вот штучечка, это кренделек в глазури. Класс, спасибо большое. Теперь давайте посмотрим вот этот пакет. Тут я уже вижу куча всего. Ребята, тут сережки с пошлой Молли. Правда, мне такие есть, но все равно спасибо большое. Еще чупа-чупс вот такой вот, Skittles. Вау. Вот такой вот классный пушистый розовый брелочек. Вот такая вот интересная коробочка. Давайте откроем, посмотрим, что там. Ой, тут вот такие вот конфетки. И еще вот такой вот рисуночек меня. Спасибо большое. Вот написано, что это от Вики и Маруси. Вика и Маруси, спасибо вам большое за такой классный подарок. Happy wedding, rose night go. Так, давайте теперь посмотрим вот этот вот пакетик. И тут, вау, тут внутри еще один пакетик. Вот, ого, это спиннер Simple. Вау, ребята, прям ностальгия. Видимо, это какая-то подвесочка из эпоксидной смолы. Еще вот такой вот, ого, ракушка, видимо, тоже из эпоксидной смолы. Вот такое сердечко классное. Браслетик из резиночек. И еще вот такие вот тоже штучки, брелочки из эпоксидной смолы. Спасибо большое. Теперь давайте посмотрим вот этот вот подарочек в таком розовом пакетике. Кстати, по-моему, я уже распаковала в каком-то, кстати, похожем пакетике подарок. Ого, ребята, ого. Яна, чем спасибо тебе большое за такой подарок. Я уже вижу вот такую классную шкатулку, видимо, из эпоксидной смолы. Очень прикольная, спасибо тебе большое. Еще вот такая вот шоколадочка. И еще вот такой вот подарочек. Давайте посмотрим. Пакетик, и внутри еще вот такой вот браслет классный. Тут еще М-буковка, видимо, Маша, спасибо. И еще вот такой вот твикс. О, это вот такой вот из эпоксидной смолы пряничек. Класс, спасибо. Так, еще вот такой скетчбук. И, кстати, это не обычный скетчбук, а тут бумага, смотрите, черная, серая и зеленая. Это очень прикольно. Потому что цветная бумага, тем более таких необычных цветов, это очень классно. Думаю, мне обязательно пригодится для булок и булок. Для буков и разных поделок. Спасибо. Гель для душа Coco Milky. Спасибо. Кстати, интересно, я такого не видела еще. Смотрите, кокосовый Dolce Milk. Прикольно. Такого цвета интересно. А вот это, кстати, я помню, человек, который мне это подарил, он, видимо, вырезал это сам из дерева. Я думаю, что это нож. Необычный подарок. Ну, это прям прикольно. Спасибо большое. Еще вот такой вот пакетик с макаронцами. Давайте смотреть. Тут. О, дикий запад. Стой, ковбой. Это пакет на кафнелго. Давайте скорее распаковывать. Где тут ножницы мои? Ножницы мои. Тут, наверное, мне пойдет сюрприз ковбоем, потому что этот наггетс со знаком вопроса. Я думаю, что это сюрприз. Значок тут внутри. Тут аксессуар на голову и сам ковбой. Давайте сначала самого ковбоя откроем. Ребята, вот, смотрите, вот он, ковбой! О май гад, аксессуар ковбоя на голову в виде хамчакуса, ушки, ребята, это лучший ковбой просто. Это вообще, это лучшее. Ой, тут вот такой вот значок с цветочком. Это флауэр, либо это лицо из Роблокса с цветочком. Давайте этот цветочек тоже приклеим на ковбоя. Where you love Nango. Маша, я тебя люблю, ты зайка. О, я помню девочку, которая мне это подарила. Сразу, моментально вспомнила, потому что ей сказала то, что я ее респектую, ну, буквально. Ребята, от Елизаветы, для Маши спасибо большое, Елизавета, это Джекс и Рогата, ну, просто лучший шип, ребят, канон. Так, Маша Лил Пи. От Даши тут написано. Даша, спасибо тебе большое, давайте посмотрим, что тут. Это, наверное, такой блокнотик, очень миленький, спасибо большое. Еще вот такой вот Маша Лил Пи. Крафтсма, только бука. Roblox. Ну, в общем, я думаю, что это имеет очень какой-то большой смысл, но, видимо, я не... Нет, это игра плюс только бока равно Roblox. Ого, ну, и, ребята, если кто-то может это расшифровать, напишите в комментариях обязательно. Я что-то не очень понимаю, но спасибо. Давайте вот этот откроем. Пакетик очень красивый. Тут скетчбук. Вау, очень красивый. Смотрите, просто какой эстетичный подарок. Эстетичный скетчбук. А! Ой, приветствую тебя, Маша Лил Пи. А! Маша Лил Пи, это меня нарисовали. Подстриги себе.
Это как, типа, вот так, типа, так? Нет, это волосы, их можно постричь. А-а-а, давайте пострижем. И вот так вот получилось. Надеюсь, то, что я правильно поняла, что это нужно так сделать. Напишите в комментариях, если поняла не так. Твори. Спасибо. А, видимо, тут дальше как бы свободные странички, и это для того, чтобы и рисовала там уже я. Спасибо большое, это очень интересная, прикольная задумка. Еще было вот такого сердечка, и вот такой вот штучка из эпоксидной смолы. И это, видимо, вот такая вот помада или блеск для губ. Спасибо большое. Дальше вот такой не менее эстетичный пакетик. Посмотрите, какой красивый, такой зимний. Тут еще, это что, тигра Брайана? Это что, тигра, ты что, вылез в окно, типа? Не надо. Ого, ребята, я просто в шоке. Ой, как тут много всего. Обалдеть. О, это, видимо, ластик вот такой вот. Спасибо. Карандаш вот такой вот эстетичный. Вот такая вот египетская ручка. Это что, Нефертити? Так, еще тут вот такой вот шоколадка Орео. Ого. А, шоколадка Аленка, только Машенька, ребята. Я сниму с этим обязательно отдельный видос. Это очень классно, блин, спасибо. Это прям прикольная задумка. Мне еще никто такого не дарил. Еще тут такой вот M&M's. Это, видимо, закладочка вот такая вот для книг. Ты моя Индия, твоя нянь. It's my heart. Вот такая вот еще прищепочка. И вот такой вот прикольненький мишка из эпоксидной смолы. Спасибо. Еще вот такие вот суперсимпатичные стикеры эстетичные. Спасибо. И еще вот такая вот классная для заметочек штучка, ручечка. И вот такие вот стикеры для заметочек с Hello Kitty, с этим челиком из Hello Kitty. Это, кстати, вроде собачка, а я всегда думала, что это зайчик. Любимый Машуля. Обалдеть, тут я хотела, чтобы никто не мне такую книжку подарил. Парни, это тут ты будешь, солнце, я луна. За тобой приду и в крошки разобью асфальт. Розовая прядь, полиэтиленовый пакет. На колени сядь, я дам попробовать конфет. Это песня Алены Швец, лучшие подружки. Блин, спасибо большое, это очень классно. Пустой пакет, видимо, то, что там было, выпало. Но я думаю, то, что вот оно все точно в этом пакетике. Сейчас посмотрим, какие подарочки там были внутри этого пакетика. Или просто, или мы их уже посмотрели. Пакетик красивый, с мамиными любимыми ландышами. А, вот я, кажется, вижу все вот эти вот маленькие подарочки отдельно. Это, наверное, из этого пакета. Тут вот такие вот красивые сережечки с мишками. Класс, спасибо большое. Видимо, подвесочка вот такая. Тут написано от бобра. Ник Котик. Вот такой вот брелочек, подвесочка из смолы. Тут написано Маша Лилпи еще. И из бисера вот такое вот сердечко. Класс, спасибо большое. Еще вот такой вот Skittles. И еще вот такая вот штучка. Это такая вот резиновый такой снеговичок. Он тоже, ну, какой-то лески. Очень прикольно. И вот такие вот наклеечки с котиками. А также очень прикольный значок из фетра с хамчакусом. Это очень прикольно. Хамчакус бук, ребята, я в шоке. Написано Маша Лилпи бук 3. Так, тут вот Маша Лилпи от Полины. Полин, спасибо большое. Бук-хамчакус для хамчакуса, ученика хамчакуса Маша Лилпи. Бук-бук, история нашего лета. Спасибо. Так, тут написано, прости за то, что повторила идею Ульяны сделать бук. Ну, почему, ну, как бы идея бука, это просто, как бы многие делают интерактивные буки. А где все остальное? Говорит хамчакус, видимо, тут только, типа, костюм Леди Баг. А, еще вот такие вот шорты, кстати, в которых хамчакус прямо сейчас находится. И еще вот такой вот бантик хамчакус. Давайте мы еще просто баску Леди Баг оденем. А костюм Леди Баг он надевает ночью, потому что он обычная девочка, живущая самой обычной жизнью, но ночью он становится Леди Баг. История нашего лета. Тут вот такой вот диск, и он как бы поворачивается, и тут написано текст моей песни «Давай вдвоем на одном смока». А, нет, давай запишем историю лета коротким видео теплого цвета. Текст моего припева написан. Очень круто, спасибо большое. Хамчакус сети. Давайте откроем. Ого! И тут, видимо, переписка. Хамчакус, это, видимо, то, что я пощупал в свой телеграм-канал. Очень круто, спасибо. Так, дальше. О чем думает хамчакус? Давайте посмотрим, о чем думает хамчакус. История лета. Бук-бук-бук-бук. У него на полочках стоит Маша Лилпи и хамчакус. Еда. А, еда. Еда еще написано. Кстати, реально, все канун. А, это Венсдебук, это Энит, страница хрясь, типа. И вот так вот можно поднять, тут хамчакус поднимает, тут написано топ. Спасибо. Смотрите, девочка даже скрепила братцами все это дело. Потратила братцы. Ого, это очень круто. Хамчакус должен стать Oh, dance, dance, dance with my hands, hands. Не сильно прижимать. Хамчаку стоп. И тут еще Маша Лилпи топ. Ого. Тут написано, положи в морозилку. Давайте положим, посмотрим. Так, куча всего, но я думаю, что вот так вот можно положить. Сейчас оно должно проявиться. Давайте положим и закроем. Итак, подождали, наверное, где-то минуты две. Давай скорее открыть, смотреть. Ребята, проявилась! Смотрите, Маша топ, Маша Лилпи топ, love, история нашего лета, хамчакус в сети, лав. И вот такой вот рисунок хамчакуса. Класс, спасибо большое. А тут среди страниц еще тут вот такой рисунок, куча хамчакусов. Еще вот такой вот
разноцветный хамчаку за хамчаку с Леди Баг. Очень классные, интересные страницы в буке, особенно с заморозкой, вообще топ, мне очень понравилось. Лапи, Уэри, Роснадго. Еще немножко осталось, точнее, еще один целый пакет. Вот такой вот зайчик, кстати, я помню вот эти вот пакетики, это легенда. Постоянно, я тоже, кстати, в таких пакетиках дарила подарочки, помню. И тут коробочка, кстати, внутри. Судя по всему, кстати, самодельная из бумаги коробочка. А, ребята, я узнала! Это же раскраска, это туда тоже нарисовали, ну, прям как раскраску, да, я делала. Стикеры, ребята, мне, кстати, много подарили таких стикеров с котиками, мне они очень нравятся, спасибо. Сережки из термозайки, самодельная работа, ого, очень классно, спасибо. С 14 февраля от Вики, спасибо большое, Вика, за такой классный подарочек. Особенно, я знаю, каково это, сложно делать коробочку самодельную, вот, даже за коробочку отдельный респект, и за вот эту вот раскрасочку тоже, очень классно. О, тут вот такой пакет большой, ого, тоже эстетичный, кстати. Тут, смотрите, какие-то, как будто ресторан. Маша Лилпи написано так. Ого, тут всякие вкусняшки. Это вот такие вот макарунс. Такой интересной тоже упаковочки. Клубничные, малиновые. О, вот такая повязочка. Классная, ребят, смотрите, какая эстетичная. Ради тебя, хоть и мур, хоть и бью человека, но это я знаю, это что-то строчка из песни. Спасибо. И тут еще вот такое письмо, кстати, смотрите, обалдеть, какой мелкий, аккуратный почерк. Прикольно. Спасибо большое, Котя. Так, и тут еще подарочки. Тут вот такая вот бомбочка для ванны. Мармеладная любовь. Смотрите, мой мармелад, и я не права. Еще вот такая вот фрутелла классная, клубничная. Масочка для лица. Шоколадка Милка. Пусть сбудутся все твои мечты. Тут внутри еще вот такая вот шоколадка Альпен Гольд. А, это, наверное, да, попало в пакет. Это, наверное, от кого-то другого. Тут еще, кстати, письмо внутри. Ну, давай сначала вот этот подарочек откроем. Еще вот такое вот классное колечко розонькое. Из эпоксидной смолы, видимо. А вот это мне, по-моему, тоже, кстати, отдельно подарили. Я помню. Да, ну, а в этом подарке, кстати, все. Спасибо еще раз большое, Котя. А, давайте теперь откроем шоколадку, посмотрим, ну, в письмо. Спасибо большое, Полина. Еще вот такой вот маленький пакетик. Тут вот такое вот милое колечко из бисера. Видели лягушки, видимо. Два вот таких вот конвертика. Не знаю, от одного ли это человека или от разных. Но тут вот такое вот Маша написано. И тут еще вот такой конвертик. Тоже написано Маша Лилпи. Здесь попаду в распаковку. Ты попала в распаковку. Так, потяни за вот эти вот штучки. Давайте потянем. И тут внутри, видимо, письмо. Так, Маша, ты топ, потяни за эту ручку. За вот эту, видимо. Самое лучшее, спасибо. Машенька, я уже много лет на тебя подписана. Ты с каждым годом больше и больше развиваешь свой канал. Ты самая творческая личность, которую я встречала. Ты топ. Спасибо большое. Ёжик в кедах. И давай теперь откроем вот этот вот конвертик. Вот такие вот блестюшечки. Вот такой вот хамчак из легкого пластилина. Вот такой вот карандаш, тоже с легким пластилином. И вот такое вот прикольное. Это как собачка из шариков, только, видимо, на эпоксидной смолы или просто пластмассовую. Ну, очень круто, спасибо. Так, Машеньке написано. И тут еще письмо. Давай сначала письмо посмотрим. Машенька, надеюсь, что тебе понравился мой небольшой подарочек. Продолжай в том же духе. Твои видео очень вайбовые. Люблю тебя очень. Спасибо большое. Правда, не подписано от кого, но давайте посмотрим. Может, внутри подарочка еще подписано. Давайте скорее его распакуем. История нашего лета, это типа песенка. Юзик, еще вот такая вот классная наклеечка. Такие вот классные наклеечки с Мелоди, Куроми и Хэллоу Китти. Вот такая вот наклеечка с хамчакусом, прикольная, спасибо. Еще вот такие вот конфеточки, спасибо. Такие вот штучечки прикольные с едой. Макдональдс, кстати. И вот такая вот классная ручка. И она тоже с Мелоди. Ого, вот это прям очень круто, ребят. Спасибо большое. Еще вот такой вот конвертик с хамчакусом. Давайте аккуратненько откроем. Здесь не пару хамчакуса. О, ура, получилось. Тут внутри хамчакус. Тут написано, что надо разрезать. Так, будем резать так, как написано. Вот здесь пунктиру. Вот с этой стороны давайте. И внутри. Ого. Вот такой вот хамчакусик. Это, видимо, это закладочка для книги. Ого. Хамчакус, 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 хамчакус. Везде написано. Ого, это скотч хамчакусом. Ого. Ребят, впервые вижу, чтобы был самодельный скотч. Это очень классная и прикольная идея. Спасибо. А ты заметила, что надписи в виде тоже хамчакус? Да, ого, ребята, я сначала не заметила, вау, это очень классно, обалдеть. И теперь надо тут потянуть, и тут хамчакус, тут хамча и тут кус, обалдеть, ребята, это просто гениально. Жаль, что не подписано от кого, но этот человек знает, и просто гений, то, что ты вот это вот вернула, особенно то, что вот это вот кус, достающая часть слова хамчакус вылезает, это обалденно. Тут еще вот такой вот милки с Клавой Кокой, вот такой вот чупа-чупс. Вот такой вот букетик из чупа-чупсов прикольный. Вот такой вот пряничек на палочке. Спасибо. Масочки для лица. Тут вот несколько. Ландыши, какие-то цветочки. С огурцами. Огуречная маска. И еще вот
такая вот маска с каким-то апельсиновым напитком. Прикольно. И Рафаэлочки, целая коробка. Обожаю Рафаэлки. Этот человек, видимо, смотрел видео «Адвент календари» в этом году, да? И этот человек, наверное, знает то, что я так настолько люблю Рафаэлки, то, что даже спасала ее с мусорки одну Рафаэлочку. То есть я все сделаю ради Рафаэлочек, да? И тут еще вот такая вот штучка. Что это? Давайте посмотрим. Откроем. Пока что не понимаю, что это. Ого, это какая-то ручка. И вот такой вот красивый блокнотик в точечку. Еще вот такой вот конвертик. Тут я уже вижу рисуночки, рисуночки. Ого, это, видимо, я с гитарой. Классно, тут еще вот такой вот камчакус. Класс, спасибо. Тут вот такой вот кот банан из мема. Прикольно. Ух, накачанный камчакус. Вот это да, вот это круто, ребята, я в шоке. Маша, спасибо тебе большое за такой подарок. Ребята, это мандаринка. Это, видимо, мне Чебурашка пришел на сходку, подарил вот такую мандаринку. Спасибо, блин, креативный, кстати, способ придумать подарок такой. Мамба! Спасибо. Я думаю, это случайно попало. Ой, что-то, какой-то конвертик с Wildberries, кстати, причем. Но там что-то не с Wildberries, а там что-то самодельное, но конвертик с Wildberries. Кстати, тут еще какой-то этот написан артикул. Можно, наверное, попробовать за артикул найти и посмотреть, что там человек заказывал. Вот такой вот рисуночек. И еще вот такие вот блесточки. Так, еще вот такая вот коробочка написана «Hey, yes, and class». Давайте откроем, посмотрим. Ребята... Так, тут вот маленькое письмо. Маша Лилпи. Маша, ты очень крутая. Ты очень хорошо рисуешь и вообще мастеришь. Love от Саши. Саша, спасибо большое. Так, тут еще угу. Вот такая вот, видимо, бабочка из бисера. Вот такое вот колечко из бисера. И еще из бисера вот такая вот штучка. Видимо, тут сердечки. Это карта, наверное. Кстати, реально похоже на карту это, из дурака. Так, тут рисуночек Маши Лилпи. Лучше вот такой вот камчакус. А давай запишем. История лета, он еще так на самокате едет. Класс. Лучшему влогеру. Спасибо. И как раз таки вот тут Санс. Тут еще вот такой вот пакетик для Машеньки. Я делала сама. Мне 8 лет. Девочка написала. Ого, ребята! Это сумка из бусин. Обалдеть, ребята, я просто в шоке. Это так круто. Мы можем мне что-нибудь интересное хранить. Или просто красивенько поставить на полочку. Спасибо большое. Еще тут я. Чипи-чипи. Джапа-джапа. Тут написано у меня на футболочке. И вот такой классный хамчакус. Маша Люпи. И, видимо, хамчакус корточки Санса, да? А, и это, видимо, вот такой вот блокнотик. В нем можно рисовать. Спасибо большое за такой подарок. Жалко, не подписано от кого, но это реально очень круто. Ты большая молодец. Маша Люпи. История лета. Вот такой вот бук. Или просто скидка. Вот такой вот, смотрите, тут наклеечки с Геншином. Ой, ребята, это как вот эта вот книжечка, как мне с Аленой Швец, только с моей песни, ребята. Давай запишем историю лета короткими видео теплого цвета. И пусть несложными будут сюжеты, это просто история нашего лета. Спасибо большое, это очень классно. Yeah! Тут, видимо, вот такой рисуночек или это плакат. Маша Лилпи с хамчакусом. Маша, спасибо большое. Еще вот такой вот брелочек с зайчиком и клубничкой. И еще вот такая вот классная стирающая ручка. Вот с такими вот персиками. Спасибо. И два последних пакетика. Давайте на Энники, Бенники. А, давайте... Как мне выбрать? Какой первый открыть? Энники, Бенники, Ели, Вареники. Энники, Бенники, Бамс. Ого, ребята, тут уже вижу наклеечки. Смотрите, наклеечка с медузой горгоной. Вот это да. Вот такие вот вкусняшки. А вот такой вот бантик прикольненький. Еще баллон. Еще сникерс. Вот такой вот лесной орех. Рисуночек с письмом. Это я в наушниках. Вот такая вот... Это, видимо, тоже я с камчакусом. Дополни сердечко написано. Вот, кстати, как раз давайте вот этой ручкой дополним. Вот так вот. И давайте сделаем типа хамчаку с сердечко. Вот так вот. Оп. И давайте здесь тоже дорисуем. Он прикольно получилось. Это от Саши. Спасибо большое за такой подарочек. И теперь давайте откроем последний вот таком вот рождественском пакетике. И тут внутри еще один пакетик. Тут куроми наклеечка. Кстати, сегодня у меня прям много таких подарочков с куроми. Давайте как-нибудь аккуратненько откроем, чтобы не испортить наклеечку. Аккуратно сейчас, аккуратно. Сладости. Вот такая вот твикс. Ого, интересно, кстати, с апельсинами. Я такую ни разу не видела твикса. А, это чай. Еще вот такой вот чай. И письмо. Маша, привет, это мини-подарок своими руками. Спасибо за твои милые и позитивные видео. Еще шармики внутри вот такие вот, смотрите, видимо. Я вот это вот не заметила сначала. Такая вот вафелька с шоколадом, пончик вот такой вот. Это все такие, они мягенькие еще. Видимо, из легкого пластилина, вот такой вот кексик. Еще вот такой вот круассанчик. Очень классно, спасибо. Джейси Кинг, спасибо тебе большое за этот классный подарок. Вот такие вот подарочки. Спасибо огромное, ребята, всем, кто пришел и всем,
всем, кто подарил мне подарочки. Это безумно приятно. Спасибо вам большое, то, что вы рисуете меня, рисуете хамчакуса, делаете буки. Это очень классно. За то, что рисуете меня с моими фандомами, делаете какие-то мемы, особенно про ковбоя. Пера, покинь, капнул. Это очень классно. Вы делаете фигурки, брелочки, значочки. Все это очень классно и очень ценно для меня. Мне это все безумно приятно, то, что вы тратите свое время и делаете такие классные для меня подарочки. Спасибо вам большое. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока! Эра, покид, ну кап, нан, го, лапи, where do we love, нан, go, where do we pick off, no, where do we pick off, where do we pick off, no, cap, nan, go.